Информационный пост «Разговор с людьми». В рамках этого проекта горожане могут узнать о социальных инициативах президента Виктора Януковича и высказать свои замечания и пожелания. В новой стратегии государственной политики важным ключевым моментом станут замечания и пожелания людей. Информационные посты в районах Запорожья направлены на общение депутатов от фракции партии регионов с электоратом. Ко всем пожеланиям горожан будут прислушиваться, отмечают депутаты. К палатке подходит, идет живое общение, скажем так, непосредственное. Лишается официальности, скажем так, прием. То есть это называется, мы приходим в электорат. И Ленинский район, и Шевченковский район. Такие приемы способствуют контакту. И мы владеем теми вопросами, которые наиболее волнуют непосредственно жителей нашего региона. Мы обращались за помощью в обрезке деревьев. Это нам сделали, ну, буквально вот, ну, быстро. Также асфальт дорог внутридомовых и вот этой территории, которая между домами по улице Глазунова. Также очень быстро с этим справились. Ну, не знаю, может, в течение там месяцев-двух, ну, не позже. Сами жители подчеркивают, важным в информационных постах стал элемент раскованного разговора. Ведь на прием к депутатам не нужно идти в госучреждение или офис. Сами депутаты партии регионов отмечают, на десятках таких встреч увидели, людей волнуют одни и те же вопросы. Решать их будут не только локально, но и по инициативе президента на государственном уровне. В основном, конечно, это вопросы ЖКХ, оплата за квартиру, уборка теплоустройства. Это вопросы материальной помощи для того, что, ну, обращаются люди. Кроме того, вопросы выплаты пенсии, выплат, ну, в общем-то, все социальные вопросы, которые, кстати, сегодня вот подняты, ну, большинство их самим президентом. Сделали многие дела, которые, ну, те выполнили наказы, которые нам были даны. Куда мы только не обращались за наш дом. У нас дом 35 лет никто не ремонтировал, все кругом течет, все кругом валится. И мы решили обратиться в прошлом году до Полухина и до городской совет и областной совет, до Кальцева Сергея Федоровича. Сделали нам крыши, хорошо сделали, что не протекали у нас там. Вообще было что-то. Теперь канализацию заменили, заменили трубы горячей и холодной воды, начали облицовку дома. С начала месяца информационные посты «Разговор с людьми» успело посетить более 4000 горожан, отмечают депутаты. Сегодня такие информационные посты расположены во всех 7 районах города. А подробно о социальных инициативах Виктора Януковича уже узнало более 4000 горожан.